Всем привет, друзья! Вы на канале Ушастик Kids. И сегодня мы с вами отправились в кошачий салон. Вы только посмотрите, сколько прикольных кошечек нас здесь ждет. И даже у меня для вас есть сюрприз. Смотрите, вот такая необычная машинка, кошачья машинка. Здесь мы с вами можем создать любого котика. Так, ну-ка, давайте-ка попробуем. Заправим туда пару монет. И что сейчас произойдет? Что? Кошачий скелет? Так, отлично, мы с вами заработали бриллиантик. Ребята, а теперь мы можем создать нашу любимую, любую кошечку. Предлагаю создать одну из моих самых любимых кошечек. Ну, наверное, и вашу. Давайте попробуем сделать кошечку Анжелу, друзья. Так, что здесь у нас есть? Смотрите, много мохнатых мордочек. Но наша кошечка Анжела белым цветом. Вот такая прикольная, пушистая. Так, теперь выберем Анжеле ушки. Нет, это все не то. А вот это как раз то, что нам надо. Можно сделать его такие пушистые ушки. Но мне кажется, вот эти как раз нам точно подойдут, правда? Так, ну а теперь мордочка. Нет, это не похоже на Анжелу. А вот это самое то, правда? Так, ну а теперь выберем ей цвет шубки. Нет, Анжела у нас не такая. Так, ну а где же белая шубка? Неужели у нас нет ничего белого? Может быть, сделать ее синей? Так, 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 ай-яй-яй, какая досада. А давайте ее сделаем вот такой, розовенькой. Неужели тут нет ни одной белой шубки? Так, ладно, давайте посмотрим, какие же лапки тут у нас есть. Вот такие белые мохнатые лапки для нашей Анжелы точно есть. Так, ну может быть мы и шубку все-таки не долистали? Нет, к сожалению, мы долистали все. Так, ну а теперь Анжеле мы сделаем вот такой белый пушистый хвостик. Ну как вам? По-моему, у нас прикольная получилась кошечка. Готово. Интересно, а можем ли мы ее одеть? Ну вот. Наша первая кошечка. Как вы считаете, похожа ли она на кошечку Анжелу? Если да, напишите в комментариях цифру 2. А если нет, пишите в комментариях цифру 3, друзья. Да, и сегодня, мои дорогие, вас ждет целая гора приветов от канала Ушастик Kids. Приветы, как всегда, в конце видео. Так, ну а что же хочет вот эта красивая розовая кошечка? Давайте-ка посмотрим. Ой, кажется, нам придется ее подстричь. Ух ты! Похоже на барашка. А теперь на красавицу-кошку. Так, ну а что дальше? Будем красить ей шубку? Ничего себе! И какая же будет шубка у нашей кошечки, друзья? Готово? Ой-ой-ой! Моем водой. Неужели она теперь будет розового цвета? Расчешем. Здорово! Какая красивая. Ого! Ничего себе! Вот эта прическа у нас. Так, что мы можем сделать с ее губами? Можем их... Чего, серьезно? Положили кошку на гладильную доску? Будем выпрямлять ей локоны? С помощью утюга? О-оу! Что-то пошло не так. Давайте попробуем еще разок. Так, ладно, намочим. Снова кудрявая. Отлично. Две монетки наши. Что, серьезно? Миксер? Что с этим мы сейчас будем делать, друзья? Ничего себе, вот эта прическа. О-оу, она злится. Кажется, эту прическу она тоже не хотела. Ну да ладно, сейчас мы ее расчешем. Ну вот. Ты что, хочешь быть лохматой? Хорошо. Ну, а если я тебе сделаю бигуди? Вот так. Вот так. Вот так. И еще немножко. Ты прям похожа на львенка. Да, здорово. Вот так. Специальный кошачий фен. Классно. Так. Нажимаем play. Волос сушится и заодно подогреваем немножко. Ну что, можно раскручивать кудряшки? Ух ты, как здорово! Теперь немножечко их подрасчешем.
Вот такая у нас получится красивая кошечка. Вау, вот эта прическа. Немножко блеска на волосах. Кстати, ее прическа похожа на мою, правда? Готово. Отлично, мы с вами заработали первый пазл. Вот такая кошечка. Смотрите-ка, интересно. Так, это вот сюда. Ну, это, наверное, сюда. Кстати, друзья, а вы любите собирать пазлы? Кто любит собирать пазлы, напишите в комментариях. Цифру 7. Вот так. И вот так. Готово? Так, ну тебе мы прическу уже сделали. Давайте посмотрим остальных котиков, которые ждут нас в салоне. Кстати, мне так понравилась эта машинка. Можем придумать любого котика. Давайте изобретем еще какого-нибудь кота. Так, у нас готов кошачий скелет. Ого! Так, вау! Смотрите, какой синий котик. Розовый, сиреневый. Ничего себе! А давайте-ка сделаем вот так. Белая пушистая голова. Тело у нас будет, например, вот такое. Смотрите, какая у нас красивая пушиночка получается. Так, ну а какие же сделать лапки? Может быть, розовые? Нет, синие, белые. Так, ну а хвостик, интересно, у нас голубой есть пушистый? Так, 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 есть, вот он. Смотрите, какая красота. Знаете, что я забыла? Я забыла совсем про ушки и носик. Сейчас мы все исправим. Можно сделать вот такие ушки. Или вот такие белые пушистые. Розовенькие. Это все нам не подходит. Но я думаю, вот эти как раз подойдут. Хотя белые, по-моему, смотрятся намного приятнее. Так. Ну, а теперь носик. Вот такой. Или вот такой. Ой, какой красивый. Или вот такой. Можно сделать улыбающуюся кошку. Давайте сделаем вот такой хвостик. По-моему, получилось здорово. Можем даже сфоткать. Вот такая у нас получилась кошка. Как вам моя идея с голубой шерсткой? Понравилась? Если да, поставьте, пожалуйста, лайк. Так. Кошечка готова. А это что за хмурый котик? И чего он такой хмурый? Держите ваш чай. Хмурый котик. Может, сейчас улыбнется? Нет, он все равно какой-то немножко хмурый. Так, ага, мы сделаем ему маску для лица. Ну ладно. Уже улыбается, уже лучше. А лучики ему положим на глазки. Вот так. Немножечко подождем, 5 минут. Почти готово. Ну а теперь можно снимать. Ой-ой-ой. Подстрижем ему шерсть на ушках. Да, ушки у тебя явно лохматые. Фу, ты еще какие грязные. Придется ему почистить ушки. Еще одну палочку, пожалуйста. Вот так. Ты только не мяукай, потерпи немножечко. Так, это что такое? Ой, блохи. Ой-ой-ой. Фу, какой блохастик. Злой блохастый кот. Ладно, сейчас мы ему поможем, ребята. Отлично. Мне кажется, его нужно немножечко побрить. Так. Сейчас возьмем станок. И побреем ему бороду. Наверное, это очень старый бородатый котик. Сейчас. Вот так. Отлично. Вытрем остатки пенки. Вот так. И немножко бальзамчика. Ой, да вы посмотрите. По-моему, он нравится. Спасибо за бриллиантики. Так, а что мы еще можем сделать? Бигуди? Накрутить ему бороду? Серьезно? Ладно, давайте. Вот так, лапками ему. Снимаем. И что будет дальше? Ух ты! Какой смешной! Да-да-да, точно похож на барашка. Ладно, давайте немножко вот так водичкой ему побрызгаем.
все вернулось на место. Давайте-ка посмотрим, что там еще и кто там из котиков нас ожидает еще в коридоре. Смотрите-ка, кто тут у нас притаился. Какая красивая кошечка. Давайте-ка посмотрим, что нужно сделать ей. Мы ее подстрижем. Какая она лохматая у нас была, пушистая. Вот так. Мне кажется, эта кошечка немножко похожа на нашу кошечку Анжелу. И покрасим. Покрасим ее красивую шерстку. Вот так. Искупаем ее. Готово. И выпрям. Кошачий специальный фен. Смотрите, как здорово. Посушим. Расчешем. А теперь можем покрасить ее. Вот так, например. Немножко желтого. И вот так. Ну все, готово. Вот такой у нас получился интересный цвет. Вам понравилось, как я покрасила кошечке волос? Если да, напишите в комментариях. Все про 9, друзья. Так, ну а Эми у нас чего ждет? Мяу, какая милая кошечка. Напеним ее посильнее. Так, отлично. Посушим чуть-чуть. Вот так. Побреем шерстку ей. Хорошо. Завяжем красивый хвостик. Смотрите, какая милашка. Немножко спрея с блестками. Для того, чтобы шерстка блестела и была мягкой. Теперь сделаем его такой окрас. Какая красивая. Так. Вот так продолжим. Почти готово. Вау, а теперь моя самая любимая. Будем красить ей ногти. Поточим и выберем лак. Давайте возьмем вот такой красивый бирюзовый цвет. Вот так, хотя можем сделать разноцветные ноготочки. Вот так, например. Вот так. Отлично. Добавим немножко желтого. Красненького. Готово! Вот такие у нас красивые лапки. Теперь можем что-нибудь нарисовать. Вот так. Ну, можем сделать все ноготочки пятнистые, а можем сделать только некоторые. Мы сделаем пятнистыми каждый ноготок. Вау! Какая красивая Эми, правда? Ой, мы с вами что, снова что-то выиграли. Еще пазлы? Давайте посмотрим. А что в этот раз мы соберем? Так, это сюда. Это сюда. А глазки вот сюда. У нас тут небольшая подсказочка даже есть. Шарик с котятами. Ушки еще. Одно. Вот так, это сюда. Это не ушко. Шарик. Глазки вот сюда. Вот сюда. Отлично. Так, а вот сюда и сюда. Ну вот, мы быстро собрали этот пазл. Вот такой интересный пазл у нас открылся с Эми. Отлично. Так. А что вот это у нас здесь? Это то, что мы с вами можем выиграть. Как интересно. Так. А что у нас здесь? Мы можем выбрать кошечкам одежду? Здорово! Так, ладно. А давайте-ка мы с вами вначале оденем нашу вот эту белую кошечку. Ого, какие чулочки! Так, что там еще есть? Красные, черные, малиновые. А давайте оденем малиновые носочки. Украшение вот такое оденем. Кроссовки у нас есть, серьезно? Вот такие кроссовки. Так,
А здесь-то бантик. Здорово! Ух ты! Я думаю, ей подойдет вот такой. Так, ну все. Так, следующая у нас Эми. Давайте тоже ей подберем красивый наряд. Какие у нее интересные платья есть. А может быть вот такое? Или вот это малиновое? Хотя оставим вот это. Так, платье мы с вами выбрали. А, можем ей одеть какую-нибудь кофточку. Красную, черную. Давайте оставим черную. Бантик. Можно одеть вот такой бирюзовый. Украшение. Так, что есть еще? Вау, какая цепочка. Серьги. Маленькие сережки. Я думаю, готово. Так, розовая кошечка, следующая на очереди. А что есть у тебя из одежды? Вау, сколько много всего интересного. Какой красивый свитер. Черный даже есть. Сиреневый. А что вот тут из юбок у тебя есть? Вау, сколько много одежды. Так. Оденем-ка мы тебе вот такую желтую юбку. Тут у нас платье. Еще мы можем подобрать украшение для волос. Вот такое, вот такое. Смотрите, какая красивая. Или вот это. Так, можем одеть пиджак. Можно вот такой одеть. Или красненький. Готово. Так, у нас осталось всего лишь 2 посетителя, которых мы не одели. Так, ну а этой кошечке мы можем выбрать, например, очки. Так, так, так. Можем купить вот такие, например. Опа! Шляпку одеть. Давайте оденем розовую. Ну а что здесь есть из украшений? Бусы, вау, какое огромное ожерелье. Вот такое или вот такое. Какие красивые цветы. Отлично. Еще одна кошечка одета. Остался наш ворчливый котик. Ой, какой он сердитый. Так, ну, может быть, вау. Какой костюм красивый. Ладно. Бантик. Ух ты. Черный, красный. Или галстуки у нас тут даже есть, да? А, давайте оденем вот такой галстук. А, можем одеть ему очки. Какой смешной получается кот. Ух ты. Красная кепка. Или вот такая малиновая. Готово? Смотрите-ка, всех котиков мы с вами нарядили. Кстати, напишите в комментариях, какой котик сегодня был самым-самым красивым. Кто вам понравился больше всех? Но у меня для вас припаслось целая куча приветов. Маргарита Ткаченко сегодня получает самый первый, самый пушистый приветик. Карина Мирчук, Рита Мирова получает приветик. Дарья Кашко, Вероника Юдина, Елена Кошачьева привет получает. Настя Зюкова, Ульяна Михайлова, Надежда Иванюкова, Ирина Ковальчук, Карина Кошкина, Ирочка Курбаева, тебе также огромный пушистый привет. Надя Пузанова тоже получает пушистый приветик. Кристина и Ксюша Григорьева, большой вам приветик, сестренки. Настя Кузьменко, Таисия Нещанская, Надежда Иванюкова, Яна Визович, Эвелина Латылова, Аня Калашникова, а также Марина Потапенко, Олеся Краморова, Катюшенька Лебедева пушистый привет она словит, Мария Катушева получает привет и приветик для говорящей Аринки. Для говорящей Аринки особый большой привет. Спасибо, что смотришь все 3 моих канала и всегда пишешь комментарии. Олеся Первунина, Карина Кошкина, Мария Катышева, Аня Якимина, Маша Сабишова, Лиза Гурин получают большой приветик, Катя Ермакова, Карина Скороходова, Оксана Молочаева, Маша Куницына, Ксюша Стресса, Аня и Дора получают большой привет, а также Машенька Якутина получает большой привет. Друзья, если вы не получили свой привет, напишите еще раз свое имя и фамилию в комментариях. И в одном из новых видео вы обязательно получите ваш приветик. Ну а теперь, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте ваш лайк, друзья. Так,
Ну что, мне кажется, нашим котикам пора немножечко отдохнуть. А потом мы с вами обязательно еще придумаем какого-нибудь котика вот в этой необычной кошачьей машине. Ну а на этом, друзья, у меня все. Смотри канал Ушастики каждый день. Всем пока-пока!